Как тебе такая версия? Расскажи, стримерок, как отпраздновал, что делал, где был, что пил. Был у Максимки, пил у него элитный пивас. Максимка плакал, но бутылки давал. Вот. Посетил Красную площадь, а-ля главную елку страны. Если вы, ребята, там не были, молодцы, что избежали этого ада, потому что ад этот, это просто... Ад этот просто ужасный. Это такое вавилонское столпотворение. Нет, я понимал, что в Москве много народу, но это, сука, ни в какие ворота. Там просто миллион людей. Я никогда не видел миллиона людей. Это огромные, это гектары. Гектары расстояния, покрытые людьми. Я хорошо отношусь к людям. Потому что я научился принимать тот факт, что они существуют. Но, сука, даже для меня это было много. Так, 9 карт. Так. Это неправда, я не зажимал пивас. Так я не говорю, что ты зажимал пивас. Ты не зажимал. Максимка не зажимал пивас, ребят. Максимка даже близко не зажимал пивас. Молодец, Максим, Максимка отщедрот. На самом деле мы не супер много пили. Он наоборот, он зажимал, знаете, когда мы пришли в бар, представляете? И потому что ну, он нас разместил, я хотел ему доброе дело сделать, за него в баре заплатить. А он, сука, взял и не дал мне за него заплатить. Вот такой вот он рубаха парень. Я считаю, что Максим очко. Ух, нихера. А, внутренний огонь отдавать нельзя. Здесь просто отдам пару этих. А, мне же не хватает кристаллов. Да. Привет, капитан, с прошедшим праздником и тебя, Свит-Вит. Я тут не частый гость, но каждый раз, когда закажу, получаю массу удовольствия от экстремиум. Спасибо. Пожалуйста. Так. Дуэли с собами в ХС или в другой игре? Кто выбирает игру? Выбирает игру голосование. Игры будут разные. Сабскрайб... ХС, скорее всего, там не будет причаствовать. Дуэли... Не обязательно дуэли. Скорее всего, массовая игра. Дуэли, скорее всего, плохая идея и плохо закончится. Говорят, что на Земле живут 8 миллиардов человек, а может это 8 миллионов? Я думаю, если на Земле 8 миллиардов человек, то они, сука, все живут в Москве. Не знаю как, но они там помещаются. Мы в правдоподобно стояли в очереди, во время этого мы шутили по шуточке про ИГИЛ, запрещенные в России, дамы больные. Я, на самом деле, все время хотел подойти к росгвардейцам, и такой, там же куча росгвардейцев огромная, контролирует все переходы росгвардейцы, ментов там просто жопой жуй. Я все время хотел к ним подойти и сказать-то, Навальный! Навальный! Ну, один раз я сказал чуть громко так, типа, Навальный. И один росгвардеец ко мне с бутылкой повернулся, и я после этого молчал. Я перестал что-либо говорить. Я не рискнул больше. Я удивился, откуда у него бутылка. Откуда у него бутылка со мной? Но, судя по всему, он таких шутников, как я, пытается отловить. Мне было очень грустно и страшно. В общем и целом, я больше этого не говорил. На самом деле, он рили орал Навальный. В смысле, было стыдно? Я не орал! Я пару раз шепотом произнес. Просто Максимка закоренелый путинист. Очень закоренелый путинист. Я пытался сделать со всех сил сделать так, чтобы его на бутылку посадили. Но, увы, я их не получил. Ядрит ты бессмертный. Вот, ну, в общем, тролл не удался совершенно. Народу безумие. Красиво очень. На Красную площадь я так и не попал, потому что просто издалека даже видно, какая там очередь. Я побоялся туда идти. Фоточек много разных в Инстаграме есть, так что... Изи-пизи, можете посмотреть. Не очень много, но есть. А вот вам пока поспамить. Отрочки.